Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Почти 100 тысяч нарушений ПДД выявлено на дорогах Кировской области в первой половине 2020 года. Около трети этой цифры приходится на камеры автоматической фиксации, сообщает ГИБДД. Одна треть водителей не посчитала нужным оплатить взыскание вовремя. На должников заведено более 1200 административных дел. В основном суды назначают неплательщикам штраф в двойном размере, но не менее 1000 рублей. Почти 140 граждан привлечены к обязательным работам. Трасса 101. В конце лета должны вступить в силу поправки в закон об ОСАГО, которые вводят так называемую индивидуализацию тарифов. Тарифный коридор будет расширен на 11% вниз и на то же значение вверх. Намерение, казалось бы, благое. Аккуратные водители должны платить меньше, а лихачи – больше. Однако, как это все будет на самом деле, неясно. Где гарантия, что страховщики сразу же не завысят планку? Ведь они уже много лет твердят, что автогражданка для них убыточна. Трасса 101. Черные времена для автопрома. Спрос на новые легковые автомобили в России в первой половине этого года снизился в среднем почти на четверть. Больше всех машин удалось продать АвтоВАЗу. На втором месте Kia, на третьем Hyundai. В пятерке также Renault и Toyota. Что касается наиболее популярных моделей, то пальму первенства по-прежнему удерживает Lada Granta. Серебро у Lada Vesta, бронза у Kia Rio. Трасса 101. Одна из страховых компаний поделилась списком комплектующих, которые чаще всего заменяются после ДТП. На первом и втором местах оказались лобовое стекло и передний бампер. Третью строчку поделили задний бампер и переднее левое крыло. В первую пятерку попали капот, крышка багажника и крылья. Заднее левое и переднее правое. Реже всего при авариях страдают, как ни странно, фары. Трасса 101. Проколоть шину, чтобы потом предложить помощь в установке запаски и таким образом познакомиться с женщиной-водителем. Такой трюк, сообщают СМИ, много раз проделывал один японец. Он когда-то уже попадался на порче чужого имущества и даже получал тюремный срок. И вот Дон Жуан снова взялся за дело. Его задержали за прокол колеса машины, стоявшей на парковке возле супермаркета. Что ждет хулигана дальше, неизвестно, но ему снова удалось узнать у дамы телефончик. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.